Здесь подняться или там? Привет. Лопусики. Лопусики. Шили платье, блин, они все большие. Ёшкин кот. Как вообще ничего. Мы наконец-то добрались до Дубай-мола. Сейчас пойдем искать красивые локации. О, смотрите, как прикольно. Смотрите, какое платье. Для нашей зимы краснодарской. Ты просто подойди ко мне. Это Дубай-мол, Дубай-мол. Александр Маккуин, Гуччи, Фируччи. Всякие-всякие бренды. Эй, тут. Что за платье мне шили? Иду закрываю свою грудь рукой. По-моему, нам здесь на второй этаж. Там. А главное не останавливаться возле магазинов. Это шопоголичка. Шопоголичка, шопоголичка. Луи Виттон. Все как надо. Шейхи сзади ходят. Ой, блин. Мне тяжело так держать телефон, рука сохла. Шанель, Фенди. Короче, все лучшие бутики этого мира здесь. Саш, куда бежишь? Ты вообще знаешь, куда ты идешь? А он знает, куда идет? Ой, блядь, не ола. Господи, Саша, надо срочно отфоткать это платье и приодеть его. Мы идем фотографироваться. Грудь, конечно, чужая, пушаповская. Есть такая штука, пуш-ап. Пуш-ап. Так вон же эскалатор, вон он. Где эскалатор, понял? Вон, что, я не знаю, что тут. Ностальгия по Дубаю. Каждый наряд. Да блин, надо его сфотографировать. Небольшой. Давай, Сусанин, работай. Куда там? Сусанин, вон. Сейчас я узнаю. По-моему, у тебя где Nike, туда на третий этаж, и там балкон. И вон туда. Закрывается. Да, это же такая сложная. Ладно, я так не могу думать. Давайте вот туда пройдем. Мне кажется, вот там вот что-то внизу пройдет.
В смысле, мы приехали фотографировать платье для магазина на специальных локациях, куда скромнее. Это платье рабочее. И потом у меня еще тут пакет целых платьев. Какие дали для работы, такие фотографирую. Я тут не выбираю, знаете ли. За что денег платят, то и одевают. Классное платье. Думаешь, чуть грудь выбирает. Что говорил Яба? Яба говорил мерзопакостные, грязные слова со своего рта. Все, ладно. Короче, мне так неудобно. Пошли.